заканчивается 2016 год, на пороге уже вот стучится 2017. Всегда, наверное, с самого детства у людей вера в то, что следующий год всегда должен принести чего-то хорошего, что-то радостного, позитивного. И эта вера, в общем-то, нас и двигает. И, как правило, это случается. Да, бывают и испытания, бывают и сложности, но всегда мы живем для того, каждый свой день, чтобы завтра жить еще лучше. Я надеюсь, что так оно и будет. Для наших жителей, для наших граждан. Тем более, у меня абсолютная уверенность, что все мы давно уже заслужили хорошей, приличной, правильной, доброй жизни. Надеюсь, она такого и будет. И я каждому из жителей города, каждому из наших гостей желаю, чтобы много дома было радостного и светлого, чтобы запах хлеба теплого в доме был, чтобы здоровые все были рядом, и чтобы каждую минуту жили с чувством, что мы все делаем в нашей жизни правильно, что мы заботимся о нашей любимой стране, что она заботится о нас. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, 2016 год был насыщенным в медицинском плане, были как положительные, так и где-то, может быть, негативные стороны, но тем не менее все медицинское сообщество старалось для того, чтобы поддержать здоровье наших граждан в нормальном состоянии. Но мы ждем от вас, конечно же, тоже обратную связь, и, безусловно, каждый должен заботиться о состоянии своего здоровья. В свою очередь, медики всегда готовы откликнуться на ваши нужды и ваши потребности. Всем еще раз здоровья и хорошего 2017 года. Мы пережили такой достаточно тяжелый, мне кажется, високосный год 2016. В каждой жизни есть уверенность, что завтрашний день будет лучше. Я всем желаю нашим родным, близким, нашим избирателям, прежде всего, любви. Хочу, чтобы вас любили, чтобы вы любили, чтобы то чувство, которое правит этим миром, наполняло ваши сердца в глазах ваших близких, чтобы они были рядом, чтобы печали были маленькими, чтобы радости были большими, а горести было меньше. С наступающим праздником, с Новым годом! От имени коллектива «Хлеба Квинатоволжский» хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, чтобы в Новом году вас все только радовало. Хлебокомбинат «Волжский» на сегодняшний день является лидером хлебопекарной отрасли региона. То есть на хлебокомбинате «Волжский» сегодня работает самый большой коллектив среди хлебокомбинатов. Поэтому мы рады поздравить вас от имени этого огромного коллектива, который старается для вас ежедневно. То есть, и мы бы хотели, чтобы в новом году мы вас только радовали своей продукцией. Я думаю, что в целом можно глубоко положительно оценить работу и депутатов Волгоградской областной думы, и в целом областной думы. Приняты многие законы, которые, надеюсь, в значительной степени улучшат жизнь жителей Волгограда и Волгоградской области. И мне остается только пожелать всем предстоящим, наступающим новом году успехов и здоровья. Я уверен, что те планы, которые намечены, они должны быть выполнены. 17-й год по-особому для нас, волгоградцев, выглядит. Это год, когда мы обороняли наш город, наши предки. Это год, когда мы начали победное контрнаступление. И все это мы должны помнить и отмечать, дабы наши потомки и кто придет после нас, знали о нашей истории, ту правду, за которую мы боремся, умираем и будем так жить дальше. Да, Новый год непростой. В нашей области тоже чувствуются перемены, и мы привыкли, что у нас уже и лучше дороги стали. Мы привыкли к тому, что у нас и оградка появилась на проспекте Ленина. И идут новостройки, и стадион строится. И, безусловно, то, что у нас есть движение вперед, это все замечают и все знают. Поэтому надеемся в новом году более великие свершения сделать. А на сегодняшний день спасибо вам всем за тот оптимизм, в котором мы живем, и за жизнь, которую мы с вами проходим. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоящее, будущее, светлые мечты и добрые цели. Год был непростой, но, несмотря на это, в городе ускоренными темпами велись работы по модернизации систем жизнеобеспечения. Ремонтировались дороги, путепроводы, благоустраивались дворы, ремонтировались жилые дома. Я верю, что жителям нашего города обязательно будет хорошо. Будет тепло,
Причем тепло во всех смыслах этого слова. Тепло в домах, тепло в сердцах, теплота в отношениях. Зимние праздники особенные для работников жилищно-коммунального хозяйства. Это высокая ответственность, это круглосуточная работа, чтобы обеспечить комфортные условия проживания жителей нашего города, нашего региона. Поэтому я бы хотел пожелать всем предприятиям жилищно-коммунального хозяйства стабильности, работникам жилищно-коммунального хозяйства достатка, счастья, благополучия их семей. Хотелось бы поздравить с наступающим 2017 годом все население нашей Волгоградской области, и, конечно же, прежде всего, избирателей ЛДПР. Тех, которые поддерживают нашу партию. Их становится все больше и больше. И для нас уходящий год 2016, конечно, знаменателен прежде всего тем, что мы стали впервые в истории новейшей второй по значимости политической партией в нашем Волгоградском регионе. И, конечно же, хотелось поблагодарить всех избирателей, которые поддержали нашу партию на выборах в Государственную Думу. Ну и пожелать всем, конечно же, прежде всего оптимизма, прежде всего крепкого здоровья, семейного благополучия. Ну и чтобы удача сопутствовала всем. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в наступающем году сбудутся все самые ваши смелые мечты. Хорошего вам настроения, счастья, удачи и любви. С Новым годом вас! Ну, если подводить итоги под уходящим 2016 годом, то, наверное, надо сказать, что минусов и сложностей у нас в этом году было в городе много. Много было различных трудностей. Но все-таки, вот, подводя баланс плюсов и минусов, мне, как просто наблюдателю, кажется, что плюсов было немножечко больше, и немножко перетянули. Мне бы очень хотелось пожелать нашему городу, чтобы в следующем году плюсов было больше, чтобы их было много, потому что такой город, как Царицын, такой город, как Сталинград, он не просто заслуживает больше плюсов, больше позитива, он просто обязан держать всегда высокую планку. Давайте мы пожелаем друг другу и нашему городу, чтобы в следующем году нас сопровождала удача.